почему местные не работают? Местные не могут, тяжеловато, не выдерживают. Были буквально 15 километров от Иркутска, все это рядом было. Сейчас нету вообще этого ближайшего. Самое ближайшее. Сейчас на данный момент проверяем документы. Легально принимает древесину, в том числе. Как бы есть. Должно идти на всю день. И незаконные рубки, и незаконный вывоз, нарушение требований пожарной безопасности. Да, есть много неучтенных действий. Будем проводить полный обсчет за миром всей лесопродукции, которая здесь лежит уже напиленная. Сколько времени? Учитывая этот объем, двое суток. Факты подтверждаете, фиксируете. Дальше технику, оборудование все изъять, пункт приема закрыть. Есть принято. А кто руководитель? Вы, да? Да. Как долго этот пункт работает? С 19 года, с 1 февраля. Очень плохо, что вы сегодня создаете угрозу жизни и здоровью прилегающего населения. Они-то думают о вас хорошо, а у вас не все так хорошо. Тогда надо будет проехать, все разобраться. Вы знали про это? Нет. Не надо делать. Хорошо.